Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала Ассорти. Сегодня мы приготовим рафаэлки сырные. Для этого берем два сырочка плавленных. Я их подержала в морозилке минут 20, чтобы натереть на средней терке. Лучше было. Два яйца вареных крутую натереть на терке. Майонезом все заправляем. Добавляем чеснок. У меня вот такой зубчик получился большой. Кому надо острее, можете класть больше. И берем грецкий орех и заправляем в эту сырно-яичную массу. Обваливаем в кокосовой стружке. У меня орех небольшой, и я кладу половинку ореха сюда вовнутрь. Формирую шарик. Обваливаю в кокосовой стружке. Выравниваю. Вот шарик готов, рафаэлка. Очень необычный и вкусный. Вкусные рафаэлки получаются. С чесночком, остренькие. Если орешек небольшой, я две четвертинки кладу. Формируем шарик. Обваливаем в кокосе. Выравниваем. Складываем. Готовые рафаэлки ставим в холодильник на холод минут на 30, чтобы они схватились. И вот такие вкусные, простые очень рафаэлки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Спасибо за внимание, до новых встреч!